Доброе утро, уважаемые коллеги. Здравствуйте, дорогие друзья. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если видите и слышите меня хорошо. Благодарю вас. Ну что, мы с вами подошли к концу нашей вебинарной недели. Давайте я зажгу свет получше немножко. Сегодня у нас вебинар, который проведет Татьяна Телегина, наш постоянный спикер, и который посвящен работе с e-library, короче говоря, РИНСу. Вот, я надеюсь, что этот вебинар будет интересен для вас. Ну, а пока мы не приступили к вебинару, как всегда, хотел бы рассказать о тех ссылках, которые я поместил в самом начале нашего чата. Первая ссылка – это ссылка, которая ведет на наш сайт Директ Академии, на его главную страницу, где располагается расписание. И в этом расписании вы можете зарегистрироваться на все вебинары, которые нами уже намечены и которые должны пройти до июня месяца 2019 года. Вот на любой из этих вебинаров вы можете уже сейчас зарегистрироваться. Вторая ссылка – это ссылка на наш видеоканал на YouTube, на котором будет помещена в том числе и запись вот этого вот вебинара, который уже ведется. На нашем видеоканале в настоящий момент расположено, ну, уже почти 350 записей разных вебинаров. Я уже не говорю о том, что там есть другие интересные разделы. Так что подписывайтесь на наш канал и будете всегда в курсе того, что происходит у нас в Директ Академии. Третья ссылка – онлайн-курсы для тех, кто хочет подробнее подучиться по какому-то конкретному курсу. В настоящий момент у нас там 7 курсов предлагается. Готовится 8-й, вот-вот выйдет. Ну и мы расширяем нашу линейку. Смотрите, там по каждому курсу есть очень подробная информация. Наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов. На этой странице по окончании нашего сегодняшнего вебинара вы сможете приобрести сертификат за участие в нашем сегодняшнем мероприятии. Ну, кроме того, что касается сертификатов, слушайте Татьяну Телегину, она приготовила для вас некоторый интересный сюрприз. Также я хотел бы поместить в чат анонс наших 3 следующих вебинаров. Вот он. Это уже следующая неделя. Напоминаю, что в Директ Академии вебинары проходят каждый рабочий день. По возможности в 12 часов, но иногда это время сдвигается. Так вот, следующие 3 вебинара, которые я вам предлагаю, это вебинары, помещенные в определенные треки. Треки – это наборы вебинаров, собранные по определенному принципу. Вот. Так вот, в 12 часов в понедельник, 15-го, Наталья Логачева продолжает свой трек, посвященный работе с диссертациями. И тема называется «Публикация аспиранта-докторанта. Виды, требования, особенности подготовки. Как сделать так, чтобы публикации работали на диссертацию». В 16-го, во вторник, я начинаю свой трек, который называется «Подготовка электронного контента», электронного учебного контента. И первый из моих вебинаров, он открывает такой мини-трек внутри этого трека из 3 вебинаров, который посвящен бесплатным инструментам для разработки учебного контента. Часть первая, общее название «Попурри бесплатных инструментов для разработки учебного контента». Часть первая – тексты, графика, звук, сборка контента. Вот, пожалуйста, всех приглашаю на свой вебинар.
Ну и в среду, 17 октября, обращаю ваше внимание, в 15 часов. Марина Орешко ведет свои вебинары в 15 часов. Она проведет третий вебинар своего трека, который называется «Интересные онлайн-сервисы для цифрового сторителлинга». Марина тоже один из наших самых популярных спикеров. Ее вебинары направлены в основном на библиотекарей и работников библиотек, но и очень интересные преподавателям тоже, и вообще всем тем, кто интересуется вопросами электронного контента. Так как все эти три вебинара, анонсированных мной вебинара входят в определенные треки, давайте я вам дам ссылку сейчас на ссылку треков, где вы можете спокойно посмотреть, выбрать любого спикера и зарегистрироваться сразу на все вебинары его трека. Это будет для вас большой экономией времени. Вот, ну что ж, вот и все. Мое вводное слово заканчивается. Я передаю слово Татьяне Телегиной, которая проведет сегодняшний вебинар. Татьяна, прошу. Добрый день, Павел Юрьевич, добрый день, уважаемые друзья. Мы начинаем наш вебинар, и для начала давайте тоже проверим связь, хорошо ли меня видно, слышно, и видно ли рабочий стол. Все ли у нас в порядке? Ага, спасибо большое. Значит, коллеги, по поводу презентации сразу говорю, чтобы потом не отвлекаться. Во вкладке «Ресурсы» презентация сегодняшнего вебинара, она уже есть выложена, поэтому можно скачать. Так, звук пропадает или не пропадает, коллеги? Нормально, все. Тогда, значит, смотрите, это, скорее всего, на что-то вот со связью или с вашей стороны. Отлично. Значит, мы сегодня с вами после Scopus'а и Web of Science подходим к e-library и поговорим сегодня о технологии работы с e-library при подготовке отчетов. Вот с этим я сталкиваюсь постоянно, занимаюсь подготовкой отчетов по своим двум кафедрам, с преподавателями, очень много вопросов на эту тему, как быстро, где чего искать, а я не могу найти, а вот писал статью, почему ее там нет. И я постаралась все эти вопросы собрать и вот сегодня такой вебинар провести. Да? Именно вот технология работы с e-library. Когда нужно быстро найти информацию. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к самой технологии, мы сегодня с вами будем знакомиться с основами работы с e-library, путешествия по таким лабиринтам этого ресурса. Это действительно, сбор информации иногда становится похож на прохождение такого лабиринта. Нити рядные просто здесь необходимы. Но вот мы ее попробуем сегодня с вами установить. Сегодня траекторию, по которой мы пойдем, там есть три важных момента, на которые нужно обращать внимание. Вот в каком порядке мы их сегодня будем проходить, это вы определите уже сами. И, наконец, то, о чем сказал Павел Юрьевич, неожиданный сюрприз. Самых активных участников нашего сегодняшнего вебинара будет ждать приз, и это будет у нас бесплатный сертификат. Мы выбираем трех людей, который получит бесплатный сертификат за сегодняшний вебинар. Причем делать это буду не я, делать это будете вы. Да, Ольга Николаевна. Сразу скажу, коллеги, если мне удалось упросить организаторов, уговорить, да, убедить, попробовать этот эксперимент, Надежда Юрьевна, не столько конкуренция, сколько у нас будет скорее партнерство и сотрудничество, да, но конкуренция в каком-то смысле соперничество. Да. Как получить бесплатный сертификат? У нас есть общий чат, куда мы вот сейчас с вами пишем, есть вкладка «Вопросы». Вот сегодня вкладку «Вопросы» мы будем использовать для вот этого, ну, скорее, конкурса, наверное. Не очень мне хочется здесь слово «конкуренция» использовать. Во время, пока идет вебинар, ну и то время, пока будет открыта вебинарная комната после того, как мы завершим, да, во вкладке «Вопросы» вы можете задать свой вопрос по сегодняшней теме,
Ай, Евгения Юрьевна, раскрыли секрет, неожиданно прямо все выдали, да? По поводу этого скажу. Значит, во вкладку «Вопросы» размещайте, пожалуйста, все вопросы, которые у вас есть по теме e-library, которые возникают по ходу сегодняшнего вебинара, или они были, что-то мы можем не затронуть. Ну, в связи тема обширная, очень много аспектов, поэтому все-все мы, естественно, просто физически не успеем. Вопросы туда задавайте, делитесь лайфхаками по теме работы с e-library. Если мы часто ей пользуемся, наверняка есть какие-то фишки, нюансы, которые мы используем сами. Этот конкурс у нас будет действовать, это возможность получить приз только для участников сегодняшнего вебинара, вот тех, кто сегодня, там 58 у нас человек, да, вот кто пришел. Лайфхаки, как формулировать, очень коротко, на слайде я вам пример написала, как написать во вкладку «Вопрос», обязательно, пожалуйста, пишите «ЛХ», да, что это лайфхак, а не вопрос. После этого всю информацию со вкладки «Вопросы» я попрошу Павла Юрьевича соберем. И в нашей группе Фейсбука «Авторы научных публикаций», сейчас я ссылочку на группу вам скину, у кого, если еще нет, можно заходить туда, зарегистрироваться, да? Я публикую там опрос. И в этой же группе Надежда Юрьевна. Вы, главное, сейчас вопрос напишите, Надежда Юрьевна. Вы, главное, во вкладочку «Вопросы» напишите. Будет опубликован опрос, и все участники группы, и приглашенные лица, да, может быть, будете собирать группу поддержки, я не знаю. Но выбирать победителей будете вы, все вы, все участники группы и участники сегодняшнего вебинара. Я в голосовании сразу говорю, принимать участие не буду, даже если мне какой-то вопрос очень понравится или какой-то лайфхак будет суперский. Я это могу отметить в комментарии, но по-честному будем, да, не буду принимать участие в вопросе. Ну вот все в ваших руках. И если наш сегодняшний эксперимент удастся, пройдет успешно, то нам сказать, что можно будет на следующие вебинары. Да, тоже вот такую вот систему награждения, может быть, с другими условиями, не знаю, но вот распространить. То есть все сегодня в наших руках. И мы с вами, самую важную часть я сказала, да, по поводу сегодняшнего регламента. И для начала давайте проверим, насколько хорошо мы знаем e-library. Ой, мы знаем это все прекрасно, великолепно. Мы с этим наверняка работаем и неоднократно пользовались, да, но вот некоторые вопросы иногда нас ставят в тупик, иногда оказывается на самом деле не так, как казалось в действительности. Поэтому, ну и заодно потренируемся с нашими опросами. Так, сейчас опросы пока еще рано. Значит, вопрос будет следующий. На ответ я на голосование я даю ровно минуту, поэтому работаем очень быстро и отвечаем на вопрос. Вопрос сейчас можно прочитать. Что нельзя узнать в e-library без регистрации? И опрос я вам сейчас запускаю. Выбирайте один вариант ответа. Все, минута у нас пошла. Это наш такой небольшой квест для входа в лабиринты e-library. Коллеги, прямо в вопросе. Так, опрос видно? Скажите мне, пожалуйста. Ага, все. Прошу прощения, все. Это я кнопочку волшебную не нажала. Ага, появилось. Все, вижу. А то открыть открыла и сижу, жду, когда народ ответит, да? Да, Ольга Васильевна, сейчас все появилось.
Ну, минута у нас прошла. Так, опрос останавливаю. Так, все, вопрос останавливаю, проверим. Да, мы молодцы. Кто и где цитировал наши работы в e-library, узнать нельзя без регистрации. Ура, Ольга Николаевна, нас в лабиринт запустили. Действительно, все остальное мы можем узнать в e-library, даже не будучи там зарегистрированными никак. Да? Единственное, чего мы не сможем увидеть, это увидеть вот этот самый столбик раскрыть не по чужим, не, кстати, по своим публикациям. Нам это будет недоступно. Для доступа к этой странице необходимо войти в библиотеку. Да? Причем не просто войти. Регистрация для нас, причем не просто регистрация как читателей, как пользователей, она важна для того, чтобы собирать необходимую информацию и выполнять условия для учета публикации определения индекса цитируемости. Вот индекс цитируемости это цитирование, наверное, не очень правильно. База цитирования – это сама база, а мы говорим об индексе цитируемости. Это тот параметр, исходя из которого определяется эффективность деятельности преподавателей и учитывается при присвоении разряда или аттестации сотрудников. В общем, важный достаточно показатель, так как напрямую будет влиять на оплату труда, особенно тех, кто на эффективном контракте, на следующий семестр. Да, поэтому следить за e-library, за публикациями, за своими списками ссылок на свои работы. Лучше делать это постоянно, а не один или два раза в год, как это обычно происходит в самый последний момент. E-library, как всегда, в этот момент падает. Индекс цитируемости – это тот параметр, при подсчете которого используется количество и качество публикаций и цитирований по периодики по сборникам статей, наиболее значимых научных мероприятий, да, книги, монографии, учебные пособия, защищенные диссертации, все это у нас входит в наш индекс цитируемости. Ну и какие условия чаще всего используются при составлении отчетов, что чаще всего, на что обращается внимание. Первый расчетный, и что нам нужно помнить, когда мы пытаемся найти информацию в e-library. Ну, во-первых, расчетный период, чаще всего это с мая по текущего года по апрель следующего, поэтому, когда мы выбираем и работаем со списками, вот этот параметр нужно очень жестко так отслеживать. В потоке информации забываешь, хочется, особенно когда находишь много своих публикаций или цитирований, так хочется все включить. Наличие выходных данных публикации. Очень часто заворачивают обратно отчеты только потому, что статья в печати, она еще не вышла, а вот у меня есть справка, она должна быть опубликована. Но сейчас вот эта вот практика приноса распечаток, она уходит в прошлое, практически уже не спрашивают, говорят, идите на e-library, давайте нам ссылку на вашу публикацию. Еще один важный момент, который не всегда учитывается, к сожалению, особенно когда мы любим писать статьи в самый последний момент, но чего греха таить, есть такое, случается, да, профиль публикации обязательно должен соответствовать профилю вуза. Вот по этому критерию из отчетов убирают просто очень жестоко. А вот у нас, по крайней мере, порезали очень хорошо, когда попытались подать, то здесь нужно очень внимательно смотреть за тем, чтобы ваш профиль статьи, профиль публикации, да, тема публикации соответствовала тематике профилю вуза. То есть, если я пишу статью по методике преподавания чего-то там или методике проведения тренинга, вуз экономический, и если там не будет какого-то экономического обоснования в названии статьи или в тексте, если в тексте, то мне это еще придется показать, доказать и принести, показать сам текст или дать на него ссылку, если это в e-library. Если это не отражено в названии, то просто могут не засчитать. Если я еще эту статью опубликую в
каком-нибудь вестнике педагогического университета, точно вычеркнут жестоко и определенно. Опять же, аффилиация. Место работы автора – это тот вуз, от которого подается отчет. Я сейчас говорю об отчетах для преподавателей, да, по эффективности деятельности преподавателей в части науки. Обязательно должна быть аффилиация с вузом. Было у меня несколько статей, когда работала параллельно в двух вузах и писала статьи под аффилируясь с другим вузом. Мне их не засчитывают. Да, то есть вот на это тоже нужно обращать внимание. И, наконец, регистрация. То, с чего мы с вами и начали. Обязательно должна быть регистрация в e-library. Ну, вот вопрос, где. Есть три сущности, о которых мы говорим. Это e-library, Science Index и RINS. И я вас хочу спросить. Запускаю опрос. Чтобы получить полную информацию о и возможности работать со своими списками работ, готовить их для отчетов, где мы должны быть зарегистрированы? Science Index, RINS. Ага, коллеги, можно отвечать. Елена Анатольевна, напишите в чат тогда циферку. Ну что ж, ну не получилось, ничего страшного. Угу. Елена Анатольевна, засчитали. Надежда Юрьевна, пишите, как правильно. Чат цифру прям поставьте. Ага, все, минута наша истекла. И смотрим, останавливаю опрос, и смотрим правильный ответ. Так, кто из нас был прав? Вот для того, чтобы... Ага, надо не показывать, да, вам ответы. Хорошо, в следующий раз не буду показывать ответы. Чтобы получить... Это еще не факт, да, что на правильный ответ всегда дают больше, что пока там, где больше ответов, это обязательно правильное. Чтобы получить полную информацию, да, нам нужна регистрация в Science Index. Вот это вот три сущности, которые взаимосвязаны между собой, но которые мы иногда просто используем как синонимы. На самом деле это немножечко разные вещи. Как авторы мы можем быть зарегистрированы только в Science Index. E-Library и RINS – это, знаете, как регистрация читателей в библиотеку. Да? А вот Science Index – это уже, ну, можно сказать, профессионал, можно сказать, сам библиотекарь, наверное. E-Library – это платформа, это как здание библиотеки. Ну, знаете, как слово «библиотека», да, я могу сказать, что у меня дома прекрасная библиотека. Это не значит, что у меня дома те же самые апартаменты, как в РГБМ, и то же самое пространство. Да нет, конечно же, я имею в виду книги, я имею в виду базу. Вот e-library – это сама платформа, это как здание библиотеки. RINS – это вот тот самый книжный фонд, та самая база, да, с которой мы работаем. А Science Index – это аналитическая надстройка, которая открывает нам дополнительный функционал. Евгения Юрьевна, да, иногда вот эта регистрация, если мы идем от организации, то можно зарегистрироваться самостоятельно, можно зарегистрироваться как пользователь, но без вот этих расширенных возможностей отслеживать свои публикации и работать с ними непосредственно. И можно регистрироваться как от организации. Вот когда идет регистрация от организации, автоматически уже регистрируют по Science Index. Поэтому проверьте, пожалуйста, есть ли у вас регистрация в Science Index на e-library после нашего вебинара. Если есть, то все замечательно. Если нет, то надо просто ее... Нужно будет ее получить. Получить ее достаточно просто. Что дает регистрация в Science Index? Ну, вот ее преимущество.
да, мы получаем возможность работать со своим списком публикаций и ссылок в РИНЦе и анализировать, отбирать, добавлять, удалять из списка. Глобальный поиск публикаций по спискам цитируемой литературы и редактировать свой профессиональный профиль автора. Как только мы зарегистрировались в Science Index, у нас появляется наш индивидуальный профиль, которым мы можем пользоваться. При регистрации это делается просто простановкой галочки в нужной пуле и заполнением нескольких дополнительных полей. Если уже зарегистрированы как пользователь, но у нас нет вот такой вот волшебной... Такой же красный цветочек у нас появляется, если мы зарегистрированы как авторы. Если этого нет рядом с нашей фамилией в списке авторов, то тогда просто заходим в свой профиль и регистрируемся уже отдельно. Значит, какие параметры учитываются при составлении отчетов и что нам приходится разыскивать в e-library, да, в самой библиотеке и работая с РИНЦем? Несколько моментов чаще всего используется. Я посмотрела несколько отчетов, несколько таблиц. Ольга Николаевна, да, спасибо. В этом самом в презентации, которая вам доступна для скачивания, я эту табличку у вас осталась. Если кому-то понадобится отдельно экселевским файликом, вы мне просто в личку, в группе скажите, я вам табличкой поделюсь. Табличка уже обычная экселевская форма, туда просто вставляются все формулы расчета, и при заполнении нам не надо мучиться подсчитывать, мы просто расставляем нужное количество нужных публикаций, найденных в базе, и она уже автоматически сама подсчитывает и индекс цитирования, и итоговый индекс цитирования со всеми коэффициентами. И вот посмотрите, что здесь используется в этой табличке. Публикации. Вот эти циферки – это распределение по баллам, сколько баллов за что. Обязательно для ваковских публикаций учитывается 5-летний импакт-фактор журнала. Чем выше, тем лучше. Это один из коэффициентов, который добавляется при расчете. И учитывается авторство-соавторство. Ну, самое маленькое количество баллов идет за самоцитирование, как мы видим, да, и за цитирование. В РИНЦе тоже не очень много, но на их количестве можно выехать, если нас хорошо цитируют. У нас популярная работа. Проверено на практике, работает. Пишите хорошие статьи, пусть вас больше цитируют. И обязательно используются еще коэффициенты для расчета индекса цитирования. Наша задача, в принципе, заполнить эту табличку, то есть поставить количество, сколько статей было написано в РИНЦе в соавторстве одной цифркой, да, сколько статей в скопусе как автора одной цифркой, а дальше уже все путем внутренних формул, да, уже вставленных, уже просто все автоматически рассчитывается. Ирина Васильевна, сейчас не могу скинуть в папку материалов вебинара на общее как бы обозрение, да, про Excel поддерживаем. Хорошо, давайте я тогда подумаю, может быть, в группу или на следующую, да, тайная таблица. Тогда я ее вам или в группу скину, или на следующем вебинаре, тогда напомните мне, кто придет, я вам ее повторю. А так в группу тогда закину. И коэффициенты для расчета индекса цитируемости. Импакт-фактор 5-летний журнала учитывается, если он больше или равен. Вот здесь расходятся позиции, где-то идет 0,2, где-то идет 0,4. В разных вузах цифры могут быть разные, поэтому здесь я поставила многоточие. Коэффициент для расчета за соавторство, естественно, да, немножечко другой, там где-то, по-моему, 0,5 идет, и за самоцитирование 0,25. Ну и, соответственно, наше количество, которое мы просто вставляем, да, Елена Анатольевна услышала, в группу разместим, ну и количество публикаций, которые мы расставляем по этой табличке, это умножается на эти коэффициенты. Все остальные рассчитываются по единице. Да, ну, и вот по такой системе подсчитывается индекс цитирования.
Но здесь очень осторожно. Табличку-то я вам скину, но вот эти коэффициенты лучше проверьте по регламентам своих вузов или организаций, где вы пишете, если вам приходится писать подобные отчеты, потому что вот цифры, они могут расходиться. Количество баллов, например, здесь вот от 1 до 8, где-то может быть от 1 до 6, тоже могут варьироваться. Поэтому, пожалуйста, прежде как форму берем, но соотносите, пожалуйста, с теми требованиями и регламентами, которые есть в вашей организации. Если вы их сами разрабатываете, не вопрос, да, это уже гораздо проще. Но вот эти моменты, обратите внимание, есть и регламент, где подробно все должно быть описано, в том числе и процедура, да, прохождения, сам процесс заполнение таблички. А дальше просто по фамилиям, именам и пошли подсчитывать. Вот это вот пошли подсчитывать. Еще раз напоминаю, вопросы во вкладку «Вопросы» для получения бесплатного сертификата. И вот когда мы начинаем подсчитывать, мы сталкиваемся с тремя важными моментами. Нам нужно посмотреть список своих публикаций, раз. Нам нужно посмотреть список цитирований наших публикаций, два. И еще проверить те журналы, в которых цитируется наша работа на предмет наличия того же 5-летнего импакт-фактора. Потому что когда мы указываем в отчете, и это часто где-то, кстати, вот тоже разница есть, где-то в вузах это не учитывается, в других вузах это учитывается. То есть в каком журнале ваковском была процитирована ваша работа? Да, вот этот пятилетний коэффициент пятилетнего импакт-фактора в некоторых моментах, он, в некоторых вузах он учитывается как дополнительный коэффициент. Поэтому тоже табличка, естественно, может изменяться. Это такой только вот, как шаблон, да, один из вариантов. Вы его можете подстраивать под себя, и можно вводить этот самый учет этого пятилетнего импакт-фактора. А соответственно, и для цитирования, а соответственно, нам нужно проверять тот журнал, где была процитирована наша работа. То есть работа-то ого-го. Ирина Петровна, в группу табличку выложу. И, соответственно, вот эти вот три момента по-разному для нас важны и значимы. И сейчас мы с вами просто определим направление, куда мы в нашем лабиринте с вами пойдем, с чего мы начнем. Вот эти вот три момента. И здесь уже списать не получится. Да, открываю опрос. По количеству ваших ответов мы сориентируемся, с чего начать и чем закончить. То есть траекторию вы сейчас сами выстроите. Что для кого важнее? Все эти три вопроса мы сегодня рассмотрим, просто в каком порядке нам идти, в зависимости от того, что важнее, с того и начнем. Угу, Елена Анатольевна увидела, спасибо. А ничего страшного, Елена Анатольевна, пусть будет окно с процентами. Мы просто видим, что для кого важнее, но это не значит, что это должно быть важно для вас. Да? У нас сейчас не ответ на вопрос, а что для нас важнее. Первое. Угу. Пополнить список публикаций. Елена Константиновна услышала. Так, окно закрывает опрос. Я прям даже не знаю, куда его поместить лучше. Третий. Да, вопрос написан, дублируется на слайде и в окне опроса. Ну все. Ну тогда идем по порядку. А нет, проверить журнал почти. Плюс еще несколько человек у нас ответило в чат, как проверить журнал, в котором цитируется. Ну вот, дальше будем смотреть, пока начнем. Опрос останавливаю. Ну пока начнем с первого пункта, по порядку и пойдем. Как увеличить свой список цитирований?
А, Ирина Викторовна, все. Вторым будем смотреть, как проверить журнал, в котором цитируется наша работа. Ваш голос оказался почти решающим, да, на последней секунде. Как увеличить свой список цитирования? Как его расширить? Делается очень просто. Для этого, опять же, нужна авторизация в Science Index. Волшебный цветочек проверяем, чтобы у вас был около вашей фамилии, тогда нам этот функционал будет доступен. Если нет, то, увы, мы этого сделать не сможем. Есть два варианта, которыми можно перейти к проверке списка своих цитат, вернее, не своих цитат, а где вас цитировали, да, цитирований. Первый способ очень простой. Заходите на главную страницу, выбираете автора, нажимаете вот сюда, и дальше уходите в список «Мои цитирования». И он вам выдает вот такую поисковое окошко, да, такая табличка для поиска. Все остальное можно пока не трогать. Возьмите вот эти две важные выделенных момента, два поля правильно заполнить нужно. И смотрите, какая штука. Есть включенные, есть привязанные, есть непривязанные ссылки. Выбирайте вот здесь, в первом варианте, ссылки из публикаций, включенных в RINS. Можете выбрать и списки из публикаций, включенных в e-library. Разница вот какая. В библиотеке e-library может находиться ваша публикация, которая в RINS не включена. Да, то есть в графе RINS будет стоять «нет». Если это допустимо, ссылаться на такие работы, и это нормально, да, то берем. Ссылки из публикаций, привязанные или не привязанные ссылки. Да. Привязанные ссылки – это вот те самые ссылки, которые у вас в списке высвечиваются, когда вы заходите в цитирование. Вот то, что отражается в наших данных. Там 58, 59 ссылок, да, вот они. Они уже ринцем отражаются. И он вам этот список еще раз просто выдаст. А дальше мы просто по годам смотрим. Лучше вот здесь выбирайте еще. Это первый шаг. Второй шаг – обязательно проверьте непривязанные ссылки, которые могут принадлежать вам. Вторым ходом. Распределяйте лучше по году цитирующие статьи, потому что у нас условия за определенный период, промежуток времени, поэтому хотя бы по году здесь мы можем этот момент учесть. И вот смотрите, он выдает уже не 52, а целых 82 ссылки. Причем имейте в виду, часть из этих ссылок вам может не принадлежать. Но, кстати, это хороший способ, как найти цитирования, которые вы не видите в обычном режиме. Да? Ну вот, кстати, да, вот пример. Выдает он вот эти 82 ссылки, вот я его специально выделила, это явно не моя работа, поэтому просматривать нужно весь список. Да, выбирая те статьи, которые принадлежат именно вам. Система иногда сомневается, особенно это я заметила часто касается работ, которые мы пишем в соавторстве. Да, вроде бы совпадает, вроде бы инициалы совпадают или очень похожи, но система не уверена, а ваше ли это, поэтому она ее сюда не включает в список ваших цитирований. Поэтому вот по этому параметру отслеживаем то, что не попало. И, кстати, нашла очень много собственных ссылок на работы свои, особенно в соавторстве, за последнее время, за 2018 год, чего раньше при предыдущем отчете я еще пока не видела. И дальше просто добавляем или удаляем ссылку из списка. Вы можете ее удалить из списка цитирования автора, тогда она у вас не будет к вам относиться, уже больше появляться. Либо просто добавляем выделенную ссылку к списку своих собственных, привязываем ее. Вот это вот автоматически делается, но если мы только в Science Index зарегистрированы. Второй вариант, можно зайти в собственный профиль, посмотреть, и вот здесь справа будет менюшка «Инструменты». И есть
вот такая вот ссылочка, вывести список публикаций, ссылающихся на работы, и вывести список ссылок на работы автора. Вот если мы выберем, это второй способ, как можно зайти не через, не с главной страницы, а через собственный профиль. Посмотрели профиль и пошли сюда. Если мы берем список публикаций, ссылавшихся на работы, то он нам выдаст только сами без публикации. Да, вот в таком виде выдаст нам список. Кстати, может еще уточняющую текстовое поле для выборки. Да, здесь можно сделать погоду, здесь можно выбрать по соавторам, по дате. И здесь, что хорошо, мы можем увидеть количество цитирований этих работ. То есть насколько они популярны, насколько хорошо их цитируют. Те работы, в которых были процитированы ссылки на вас. То есть насколько... Это, кстати, хороший способ найти наиболее популярные журналы, пользующиеся спросом, скажем так, либо хороших будущих соавторов, например, на кого лучше всего цитируют. Ну, так информация к размышлению. Но не совсем удобно для составления отчета, потому что здесь... минимум информации, контекста, например, нет. Второй вариант – вывести список ссылок на работы автора. Вот лучше для составления отчета лучше пользоваться им. Да, также выбираем список, поиск по спискам цитируемой литературы. Да, берем привязанные либо не привязанные ссылки. И он нас отправляет вот на такую страничку. Поиск ссылок в списках цитируемой литературы. То есть здесь мы ищем по ссылкам, а здесь по спискам цитируемой литературы, где нас процитировали. Здесь может выдать огромное количество. То есть предыдущие варианты это были по тексту, а это по спискам, где нас упоминали в источниках. Здесь огромное количество может выдать, большинство из них это не ваши ссылки, поэтому вот здесь обязательно вводим, да, свои данные и обязательно вводим год, который, какой нас интересует, и тогда количество их значительно сокращается, 49 против почти 830 с чем-то 7. Да? И дальше их тоже можно привязывать, добавить выделенные ссылки в список моих цитирований или в список источников, в список цитирований. И отмечаем просто, выделяем из списка нужное. Да, единственное, что придется подождать, достаточно долго иногда грузит весь этот список. И все. И... таким образом мы можем расширить свой список цитирований. Да, вот есть несколько вариантов, как это мы можем. Цитаты с, по спискам цитируемой литературы, по ссылкам в тексте статей. Да, и вот несколько способов, зайдя с главной страницы, либо из своего профиля, и выбирая либо список публикаций, либо список самих ссылок. Вот если он выдает список самих ссылок, он еще может выдавать вот такую вот вещь, как контекст. Да, то есть в каком контексте была использована цитата, саму цитату из той работы, где вас указывают. Это тоже бывает иногда полезно посмотреть, на что, кто и где. И вот таким образом список цитирования работ, просмотрел свой список, у меня, например, добавилось еще 17 непривязанных ссылок. Ну и, соответственно, сразу в отчетности публикационной активности у меня вылез, появился зарубежный журнал, увеличились вот эти все показатели, которые были гораздо ниже, либо нулевыми. Второй вопрос, который у нас был второй. Вот таким вот образом можно увеличивать свой список цитирования. И, кстати, хорошо, что у нас вторым номером пошел, благодаря последнему голосу, в защиту. Как проверить журналы? Да, особенно где опубликована ссылка. Вот это второй шаг, который мы делаем. То есть нашли мы этот список, расширили мы этот список, мы пополнили свою базу, хорошо. Но не все из этого пойдет нам в зачет, в отчет.
в эту табличку, не все мы будем вставлять. Вот для этого нам нужно проверить издание, в котором эти ссылки были опубликованы. Это не трехминутная работа, к сожалению, поэтому если есть у вас какие-то лайфхаки на эту тему, пожалуйста, тоже не забывайте указать их, это очень полезная штука. Под лайфхаками я подразумеваю не только как проходить шаги алгоритма, но и какие-то вспомогательные инструменты, например, как организовать работу. Вот такая вот табличка, например, это тоже своего рода лайфхак. Да, как быстро провести подсчет. И когда мы проверяем издание, в котором опубликована ссылка, здесь два варианта. Это может быть сборник, это может быть журнал. Ну и, соответственно, по сборнику. Сначала пройдемся прямо по шагам. В нашем списке ссылок, вот он, нашли мы их, он нам их показывает, вот нашел 75 ссылок. Первый шаг, сортировка, выставляйте по году цитирующей статьи, потому что нас интересуют те статьи, которые нас процитировали в течение вот этого расчетного периода за год. Да, то есть, ну, если мы будем говорить об отчете, например, конца 17-18 учебного года, то меня интересовал бы как раз 17-18 год. Ну, и в следующем году будет интересовать 18-19. Поэтому их отслеживать по списку очень удобно. Вот здесь просто не забывать внимание обращать на год. И дальше нас интересует источник. Следующий шаг. Все, мы получили список. Идем. Переходим. Вот здесь выбираем источник. Прям идем по списку. Кликаем по названию источника. Переходим на саму статью. И здесь нас интересует журнал. Вот со сборниками проще, чем с периодическими журналами. Обращаем внимание вот на это. Попадает ли, когда проходила конференция, это сборник конференции, 18-й год, да, в наш отчет попадает. Если будем считать, что мы берем, ну, например, за прошлый год учебный, сейчас конец июня, и мы подводим некий итог, да, отчет составляем. Февраль 18-го года, да, в расчетный период попадает, все, смело мы эту ссылку можем себе записывать. Заодно проверяем, для того, чтобы в правильную графу в табличке вставить. Входит в РИНС. Да, все, мы ее поставили, единичку, цитата в издании РИНСа. Дальше смотрим Scopus, Web of Science и прочие вещи. Нет, здесь ничего не указано. Если у вас получается ситуация, когда либо ваша публикация, либо цитата на вашу работу опубликовано в издании, которое входит и в РИНС, и в Scopus, или в Web of Science, а такое бывает, или и РИНС, и ВАКовская, то тогда здесь у нас будет стоять Scopus там да, или ВАК, да, Web of Science, да, является ли референт. Ну, сборники вряд ли, а вот с периодическими журналами такое бывает. Да, и туда, и туда, и туда. Как выбрать? Вот тогда действует правило большего балла. Да, если за Scopus там дается, например, 6 баллов или 8 баллов, а за РИНС всего 1, то, конечно, мы ее записываем в скопусовскую графу. Но это и цитирование касается и самих изданий. Но записываем только один раз. Только один раз. Да, вот этот параметр мы тогда не учитываем. Но здесь все понятно, ринцевское, и все тогда идет в ринц. Все, дальше мы можем не проверять. С журналами гораздо сложнее. Тут нужно смотреть еще по периодам, потому что потом тоже заворачивают очень сильно методический или аналитический отдел, который занимается сверкой этих отчетов, дополнительной проверкой после преподавателей. Именно по этому моменту, которые сейчас я вам покажу. Тот же самый путь. Да? Ссылка, смотрим, переходим на статью, на страничку самой статьи. Кстати, это тоже полезно. Прям берем из адресной, перешли на статью, которая вас цитирует. Прям берем из адресной строки адресную ссылку, к
копируем, и тоже ее в список к отчету можно как приложение сделать или себе, да, где была опубликована эта ссылка, где эта статья, чтобы потом в случае возникновения, например, спорных вопросов, можно было быстро перейти на нужную страницу и посмотреть. Тем более некоторые статьи идут доступны для чтения, поэтому ссылку лучше сохранять. И дальше смотрим. Вот информация, которая нам нужна. Статья в журнале «Научная статья», номер 2, год 18, страница такие-то. Если мы пишем отчет в конце учебного года, там май-июнь 18 года, номер 2, вроде бы должно быть февраль, да, 18 год, мы ее спокойно себе в список записываем, в табличку вставляем, правильно? А нет. Мы проверяем вот эту вот вещь, попадает ли он в наш расчетный список, потому что здесь очень легко промахнуться, а потом очень становится обидно, когда нам это все повычеркивают. Переходим на страницу самого журнала, вот отсюда. Вот это удлинение в один шаг именно для журналов. Переходим на страницу журнала, и вот здесь смотрим. Да, мы попадаем как раз на номер 2. И вот здесь есть важная вот эта справа вещь, просмотреть оглавление другого выпуска журнала. Во-первых, мы увидим все года, когда издавался журнал, ну, насколько по глубине он включен, индексируется в РИНЦ. И вот здесь мы открываем нужный нам год. 18-й год. Мы видим два номера. Переходим вот сюда, открываем список предыдущих хотя бы двух годов. У нас получается такой расширенный список по датам. Для чего это нужно? И проверяем здесь, для чего это нужно. Посмотреть, сколько номеров в год выходит. Вот посмотрите, выходит 4 номера в год. Значит, соответственно, это ежеквартальное издание. Не ежемесячная. И вот это у нас номер, который нас интересует, это не февраль 2018 года. Вот это был бы первый номер. Да, значит, в каждом номере это 3 месяца. Значит, в первом был январь, февраль, март, во втором апрель, май, июнь. Вроде бы попадает. А слава тебе, Господи, мы можем спокойно вставлять в наш список. Если бы это был третий номер, мы бы уже сюда не попали. Это июль, август, сентябрь. И это уже в наш расчетный период бы не вошло. Поэтому очень важно здесь вот, учитывать тот расчетный период, по каким месяцам идет у вас, вашей организации, да, и смотреть вот эти вот нумерации в периодических изданиях, сколько номеров в год выходит. Открывать обязательно предыдущие годы, чтобы посмотреть, сравнить и сделать вот такой небольшой расчет. На этом очень часто преподаватели, например, промахиваются, да, с периодичностью своих изданий. Брать или не брать, указывать или не указывать в своем отчете. Поэтому вот это вот момент, который обязательно в журналах нужно проверять. Итак, по алгоритму, как мы с вами проходим. Открываем список ссылок привязанных или не привязанных, и те, и другие проверяем. Выбираем нужную статью, которая нас цитирует, переходим на ее страницу. С ее страницы переходим на страницу журнала, где она опубликована, и смотрим обязательно периодичность. Ну и плюс проверяем по странице самого журнала. Перейдя на страницу самого журнала, мы можем посмотреть все данные об этом журнале. Ваковская, Ринцевская, то есть еще один вот такой вот ход нам придется с вами сделать. И третий шаг, который у нас с вами остался, это как расширить список своих публикаций. Очень похоже на расширение списка цитирований.
Да, ну вот, например, сначала я посмотрела, что у меня 5 публикаций, думаю, нет, где-то у меня что-то потерялось. Кстати, очень часто от своих преподавателей на кафедре слышу, я вот писала статью, а не могу найти, а почему у меня в списке публикаций не выводится. Ну, потому что смотрим по привязанным, а надо еще смотреть по непривязанным. Да, вот публикации автора, включенные в РИНЦ. Вот это выбираем. Действия те же самые, как и для поиска работы со списком ссылок, только выбираем не раздел, если с главной страницы заходим автором мои цитирования, а автором мои публикации и попадаем на список своих публикаций. Если вы видите, что он гораздо меньше, чем должен быть, да, ну вот тогда переходим. Также справа будут инструменты поиск публикаций. И выбираем. Выбираем только ринцевские, не ринцевские нас не интересуют, кроме скопусовских, Web of Science. Вот это из выпадающего списка можно выбрать. Ну, вот возьмем самый простой ринцевский. И выбирайте непривязанные, пожалуйста, непривязанные публикации, которые могут принадлежать данному автору. Вот недавно мы искали с преподавателем ее публикацию, вот моя статья, вот я ее опубликовала, почему ее нет в РИНЦе. Опубликована была в соавторстве, и система при индексировании засомневалась, и включила ее в список непривязанных публикаций. Да, то есть в своем списке, который мы открываем, своих публикаций, она эту статью не видит. И этого издания нет. По непривязанным публикациям. И вот он вам дает. Вот здесь у меня получилось 13 публикаций, но он выдает все, и ваше, и не ваше. Поэтому тут тоже нужно осуществлять отбор. И смотрите, какая еще вещь. Вот такая есть галочка, которую тоже можно использовать, а можно нет. Учитываем ли мы публикации, извлеченные из списков цитируемой литературы? То есть где-то в списке вас указали. Но по тексту в контексте, может быть, ссылки нет. Будем ли мы это учитывать или не учитывать? Да, ну вот если это исключаем, то получилось уже меньше 10 публикаций вместо 13. Ну, слава богу, ни одна из моих не пострадала. И тот и другой список проверила. И дальше он выдает нам список, из которого мы выбираем свои публикации. Но я понимаю, что какая-то кто-то там мезозойской эры девонского периода, это точно, я этого в страшном сне написать просто не могла. Скорее всего, это не моя публикация. Хотя совпадает очень часто полностью, полные тезки, полное совпадение. Поэтому очень, очень внимательно, очень тщательно просматривайте весь список. Отбирайте, также галочки расставили. Да, Елена Анатольевна, вот чуть-чуть не дорассказала. Да, чужие из этого списка можно убрать. Сначала выберите свои, потом удалите чужие. Выбираем свои, добавить выделенные публикации в список работ автора, он их вам добавит. А вот выделенные дальше уже можно почистить этот список, удалить то, что точно не ваше, чтобы потом не пугаться и не вспоминать, когда я успела это написать, да, и что это за конференция была такая. Причем здесь он их выдает за все годы. Что-то старое, что у вас давно пропало, тоже может быть найдено. Ну и, соответственно, вот три публикации нашлось, уже получилось 8 вместо 5, увеличилось количество, число цитирований из e-library, да, и цитирование из публикаций, входящих в РИНЦ, тоже немножечко увеличилось. Таким образом, при расчете индекс цитируемости вместо 5 публикаций могу смело указывать 8 и отмечать их в отчете. Согласны? Вот те самые 3 добавленные я спокойно могу себе в отчет добавить. Напоминаю, коллеги, вкладка «Вопросы» вас ждет. Вот они, эти 3 публикации. Оказывается, нет. Минимум по 3 параметрам они не подходят под условия отчетности. Настольно, вот эта вот статья, которую мы написали с коллегой в соавторстве, да,
Способ активации учебной деятельности студентов вуза. Очень интересно было работать с автором, но, увы, это не по теме вуза. То есть мне ее сразу вычеркнут. Это я уже точно знаю, поэтому я ее включать не буду. Второе, да, вот это вот мультимедийное пособие, которое мы делали, оно тоже в РИНЦе. Это абсолютно не по тематике вуза. Это по тематике другого вуза, в котором раньше тоже работала. Тоже, вот сейчас мне это в отчет точно не пойдет. Да, так же, как и игровые технологии в процессе обучения. Я тоже сомневаюсь, что мне ее засчитают. Это один параметр. Вот оно, несовпадение. Несовпадение профиля вуза и профиля статьи, профиля публикации. Да? Это не значит, что статьи плохие, надеюсь. Но это значит, что не по этой теме. Поэтому не все, что интересно нам. Ну, если интересно, то работаем, но имейте в виду, что в отчетности это просто включено не будет. Ну и второй параметр, конечно, они не попадут, потому что год, да, вот это еще попадет, это как у нас 18-й год, да, вот это еще могло бы быть засчитано. По году, по профилю, ну вот, скорее всего, нет. Да, как минимум две публикации у меня мимо. Но, тем не менее, в общем списке я их оставляю, да, потому что это на рост вашего Хирша это не повлияет. Это повлияет, может повлиять только на отчет. Вот такие вот три хитрых способа, три основных направления, которые мы с вами можем в лабиринтах e-library при составлении отчетов нужно учитывать и можем с вами пройти, если знаем вот эти вот алгоритмы, как это делать. Значит, в презентации, которую я вам в ресурсы выложила, вот эти все шаги, они остались. Да, все варианты, они там есть, поэтому можно спокойно посмотреть на будущее. Поработать с этим, посмотреть по алгоритмам. Но это вот те три момента, по которым мы, три направления, по которым мы собираем информацию для наших отчетов. Ну и не забываем, что тексты статей, да, вот эта вот легенда, которая справа тоже часто у нас висит в окошке, и цветовые индикаторы рядом со статьями, это доступ к текстам самих статей, условия доступности текстов, соответственно, тоже не забываем использовать. Просто очень советую ссылки на из адресной строки на собственные работы, на страницы собственных работ в e-library, да, вот к самой публикации, и из на странице цитирующих вас работ в разных журналах, сохраняйте себе, даже если их не требуют для отчета, сохраняйте их себе для проверки и представления. Иногда в отчете просят. Вот этот вот количественный отчет, есть еще второй отчет по публикационной активности преподавателей, где мы указываем название работ и даем ссылки из e-library. Иногда просят его предоставить. Поэтому себе обязательно сохраняйте. Лучше всего это не делать за один присест, это можно умереть. Особенно, когда преподавателей на кафедре много, половина из них не может сделать, найти информацию, начинает нервничать. Заведующий кафедры или заместитель заведующего кафедры говорят, да ладно, так все, я сделаю сам. Мне легче сделать самому, чем научить вас. Бывает такое в силу ограниченности времени. И это превращается просто в каторгу. Да, поэтому не затягивайте до последнего. В этот момент e-library начинает, как правило, падать. На сайт часто становится недоступным. Все бросаются, и перегрузка, видимо, происходит. Поэтому в течение года потихонечку, постепенно, не спеша, отрабатывайте. Во-первых, будет время научить коллег, подсказать, помочь. Во-вторых, будет время потихонечку собрать нужную информацию. И обязательно отслеживайте по журналам, остался ли он включенным в РИНЦ. То есть ваша ссылка цитирования в журнале остается, журнал может быть включен в e-library, но исключен уже из РИНЦ. Поэтому вот эти вот странички журналов тоже проверяйте в обязательном порядке. Ну и коллеги,
На этом время наше сегодня с вами подходит к концу. Это, конечно, не все, это только-только маленький кусочек, потому что тех моментов, которые и возможности, которые есть в Science Index и в e-library и для работы с Ринцем, да, ну, начало, да, начало положено. До всего будем потихонечку добираться. Да, там можно много чего еще делать, и много еще интересного осталось. Поэтому, коллеги, на сегодня мы заканчиваем, к сожалению, пора бежать на занятия к студентам. Я благодарю вас за внимание, за активность, за... Смотрю, там у нас уже в чате было, так краем глаза посматривала, шло параллельное обсуждение, уже между собой начали, да, что-то обсуждать. Это здорово на самом деле, это правильно. Ага, во, вопросов у нас тут достаточно, да, вопросы уже собрались. Кто-то кидал, по-моему, в общий чат. Коллеги, если кто-то в общий чат размещал лайфхак или вопрос, пожалуйста, продублируйте их во вкладку «Вопросы», если возможно. Если нет, ну, я отсюда постараюсь тоже тогда вытащить. Всем хороших публикаций, хороших отчетов, быстрого составления, не умирать при их написании. Про табличку я помню, скорее всего, выложу, наверное, завтра, потому что сегодня занятие до ночи, и я просто физически могу, честно скажу, не успеть. Завтра я тогда эту табличку выложу, которую обещала, вот, экселевскую, в группу. И еще раз адрес группы, где будет и голосование, и вопросы, и много другой полезной информации, я вам оставляю. Да, и побольше нам преподавателей и сотрудников, которые будут активны и неравнодушны, и самостоятельно следить за своими публикациями. Но вот в некоторых вузах, я знаю, это просто... Вот эту активность делегируют преподавателям, да, вот что принесете, то и будем проверять по вашему списку, по тем данным, которые вы сами подадите. Типа в ваших же интересах этому научиться. Поэтому вот такая небольшая шпаргалка, это то, что поможет тем, кто еще не, надеюсь, тем, кто еще только-только приступает. Да, делает первые шаги, ну и поможем своим коллегам. Итак, коллеги, всем большое спасибо. Да, заявка в группу Елена Анатольевна на рассмотрение. Заявки я успею в дороге рассмотреть и всех одобрить. Так что не волнуйтесь, все в группе будем уже сегодня. Итак, я на этом сегодня заканчиваю. Какое-то время еще комната будет открыта. Можно свои вопросы, если еще что-то по ходу добавилось, во вкладку «Вопросы» покидать вместе с лайфхаками. И я передаю. Коллеги, наш вебинар подходит к концу. Вместе с ним подходит к концу наша вебинарная неделя нынешняя. Я обращаю внимание, что я разместил в чате. Ох, уже достаточно далеко наверх ушло. Давайте я еще раз размещу эту ссылку. Вот она. Это ссылка на страницу выдачи сертификатов. И в этой ссылке, по этой ссылке вы можете найти свой вебинар, не только нынешний, но любой, в котором вы приняли участие, и приобрести сертификат. Ну что ж, а теперь давайте поблагодарим Татьяну за интересный вебинар. И я благодарю всех вас за активное участие в вебинаре и за то, что вы пришли к нам. Все ссылки, все открытые ссылки можно выставлять. Более того, даже это приветствуется. Как ссылки на... Это я прочел сейчас вопрос Галины Васильевны. Можно ли выставлять ссылки на вебинары для преподавателей нашего вуза? Да, можно. И более того, даже мы будем благодарны вам за это. Вот. Более того, можно выставлять ссылки и на записи наших вебинаров. У нас
Достаточно открытая система. Мы работаем в открытую. Мы ждем на вебинарах всех, кто хочет к нам прийти. Вот. Ну и мы записи тоже не держим в секрете. Ну что ж, спасибо. Всего вам доброго. Хороших выходных. Ну, пока еще, правда, рабочий день идет, но тем не менее. А со следующей недели с новыми силами приходите в Директ Академию. Вас ждет вебинар каждый день. До свидания, до новых встреч.